Всем привет, ребят! Новый день, новый ролик. Начну сразу с главного. Благодаря вашей поддержке мы оплатили полностью корм. То есть все, он полностью оплачен. Теперь ждем звонка, когда нам поставщик скажет, приезжайте, забирайте. Буквально, наверное, день-два, и мы поедем за ним. Но это уже будет в следующих роликах. Плюс, вот, благодаря вашей помощи, у нас как бы прислали немножко побольше денег. И получается, мы сейчас я ездил, Мария Ивановна на работе, ездил, купил кошачий корм вот на 7039 рублей. А получается, почему я взял столько много? Потому что акция по 9 рублей за пакетик. В упаковке 28 штук. То есть влажный корм нам тоже нужен. У нас и кошечка-спинальница. Вот. И для чего еще влажный корм, вы увидите дальше в ролике. Там Маша нашла 5 котят, которых съедали блохи. Вот, увидите, как она им помогла. То есть досмотрите до конца, поставьте лайк, подпишитесь. Активность на канале сейчас очень нужна. Активности на канале мало, так что не поленитесь, поставьте лайк, пожалуйста. Ну и кто не подписан, подписывайтесь. Вот, получается, я взял 26 коробок по 28 пакетиков, то есть это 700 с чем-то пакетиков, то есть должно хватить намного. Сроки годности здесь хорошие, они, как сказать, свежие. Вот дата изготовления 19. Это срок годности до 19.06.23 года. То есть, грубо говоря, считай, еще год. По 9 рублей получается за пакетик. А мы покупаем с Машей самый дешевый. Мы нашли по 16, по-моему, со скидкой. 16 или 15 рублей за пакетик. То есть выгода в 6 рублей. Разница, это хорошая, ощутимая, если брать даже в этих объемах. Вот как-то так. Ну а теперь приятного просмотра. Смотрите дальше, как Маша занимается котятами и что с ними делает. Ребят, всем привет. Вот такие вот у нас находки. Нашла на мусорке 5 вот таких котят. Совсем манюхонькие. Естественно, уже грязные. Нам брать некуда, тем более таких малышей. Ну, то есть это взрослые будут обижать. В общем, забрала их домой. Сейчас накупаю, нашла передержку. Накупаю, нужно будет купить обработку от глистов, от блох, потому что блохастые. Сейчас пока мою шампунем инсектокарицидным, то есть который против блох. Вот, что-то вручную еще выбираю. Вот, нужно будет купить обработку, купить еду им на передержку, ну и пристраивать. Вот так вот у нас люди плодят и выкидывают бедных детей. Я не знаю, как еще повторять, что, как донести до людей, что необходимо стерилизовать своих животных. Ну просто вам же потом будет проще не брать грех. Хотя я думаю, на моем канале их нет. Таким людям чуждо сострадание к живому, любовь к животным. Так что вот 5 вот таких козявок. Ну вот, мы купаемся. Пошел второй. Один накопанный сидит в переноске. Да, блохастики? Ребят, я думаю, что где-то через недельку-две мы обработаемся и будем готовы к пристройству. Поэтому, пожалуйста, делайте репосты. Кто из Оренбурга, может быть, вы мечтали о таком питомце.
Вот такой вот я, да? Ты кто? Похож на мальчика. Первый мальчик. Этот тоже похож на мальчика. Вот. И еще один романтик заполз в цветы и уснул без задних ног. Это четвертый котенок с мусорки. Три уже накупано. Один ждет своей участи еще. А, вон он под столом. Сейчас тоже кричать Чего будет. Чего ты крикуха? Ой, а вода какая черная, сколько блох. Вот блохи вот можешь здесь снять. Это вот. А я вот их, они я подавлены. Их купаю шампунем, да, а потом вручную выбираю и давлю. Ну и тут еще плавают. Крысятки маленькие, а уши какие большие. Прям вертолет, прям дамба. Ну вот, мы накупались. Спим. Где? Кто спит? Где такие дети спят? Где? Идем кусать? Ну вот, сейчас мы их разбудим, покормим. И нам надо будет ехать на передержку. Крокозябры, все, поехали? Поели? Накупались? Поехали? Зайцы.